Всем привет! Сегодня мы вам покажем нашу коллекцию Лего Дупла. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Далеко-далеко на лугу пасутся козы! Нет, не козы! Правильно, на лугу пасутся лошади! Еще папа. И папа. А мы начинаем наше видео. Давай, крути! Мы пришли в детский мир купить Милане Лего Дупла, она хочет ферму. А тут у них на входе поставили вот такие автоматы. И Милан теперь... Ну, целься, Милан! А, старт, да. О, видите, тут автомат ракета, можно летать, кого-то сбивать. Милана едет у нас на танке, который двигается. 100 рублей 4 минуты стоит. Да-да-да, правильно. Еще есть вот для маленьких каруселька с медвежонком. О, ну Милана сейчас всех тут победит. Смотрите, какая тут игруха. Та-та-та-та-та-та. Красота. Че, Милан, ты довольна? Ну вот мы и нашли ферму, которую Милан все хочет. Но теперь Милане понравилась железная дорога. На 1000 рублей дороже стоит. А семейный дом где? А, вот этот? Ну и, конечно же, Милана не удержалась, побыла немножко драконом. Как вы себя чувствуете? А у нас снова зима наступила. Ты будешь одна сидеть? Ну сидите. У нас зима. Снова, смотрите. Все в снегу. А мы уже дома. Посмотрите, вот такой набор. Мы купили. Вот такой набор я купил на Озоне. А вот этот набор я купил в детском мире, получается. Милана прям очень нравится Лего Дупла. Она так просила себе ферму, чтобы коровки были. Вот они, видите, стоят, какие красавчики. И Милана сейчас вон по инструкции сидит, все собирает. Да, Милана? Да. Это ты уже собрала ферму саму, где загончик будет. Это у нас еще что-то строится, сарайчик. Домик. И вон там Милана строит вот эту. По инструкции, по карте все делает. Давайте я поставлю сейчас таймлапс, как она будет его собирать. И потом вам покажу готовые результаты. Милан, соберешь весь набор? Угу. Давай. И все у нас Милана собирает под музычку от часов вот этих. Я делал это мои покупки за год Алиэкспресс. Видео посмотрите, в конце тогда оставлю. И там было вот еще эти часы. Есть. Там радио. Еще какой туалет? Туалет. Вот. А, вот такой туалет еще есть, да. Ну давай, все, погнали. Еще смотри, тут можно сделать два вида фермы. Можно вот такую сделать, а три. Внизу. А, о! Типа можно вот такую ферму сделать, можно вот такую большую, и можно вот такую ферму сделать. Но Милан, наверное, делает вот такую по умолчанию. Итак, вот так выглядит наша ферма новенькая. Смотрите, на ферме живет тракторист с трактором. Еще здесь есть вот такая штука опускать и поднимать сено. Милан, покажешь, как опускается сено? Видите, там кран. У Милана ничего не видно, убери волосы. Да, вот так. О, видите, можно крутить колесико и сено опускать в трактор и поднимать наверх. Да? Да. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. И поехала наверх. Также тут есть, смотрите, сарай. Наверху сарая живет петушок. Вон он. И кукареку. И внизу, смотрите, есть сено с вилами. И сарай можно закрыть. Милан, вилы убери и закрывай сарай на ночь. Да. Опа. Все. Потому что на ночь курочек надо закрывать. Еще у нас есть забор, который огораживает ферму полностью. А это у нас что за сарай, Милан, следующий? Домик. А, домик. Домик фермера. Хорошо иметь домик в деревне. Да, а окошко тоже открывается, Милан? Окошко тоже. То есть туда еще можно поставить кого-нибудь, и они будут там сидеть играть. Круто. Тут дети. Да, это у нас на ферме дети играют с животными. Дальше. Это у нас есть бутылочка молока.
рядом с коровой и козой. А это блюдо, чтобы коровки там кушали. Не, дети кушают. Дети? А что они с коровами кушают? Странно. И ванна, смотрите, где могут... Давай, заяц прыгнет в ванну искупаться. Сюда на рисунке нарисовано, что можно налить воды, да, и типа играть, чтобы животные там плескались. Круто. И мальчик на горочке. Милан, давай спусти мальчика с горочки, пускай прокатится. Так. Горочка, поехали! Вау! Да, горка есть классная. Двигаемся дальше. Дальше у нас набор каруселей идет. Так, это набор каруселей, их можно крутить, да? Ой. Карусель, карусель. И на карусели сидит девочка с шариками, которые, видите? Это Милана такая? Да. Похоже. Это смотрите, мы когда на аттракционы ходим, Милана всегда катается на аттракционах. Карусель, карусель. Еще тут отдыхает Артем, Вероника, еще кто-то. Да? Папа. А, и папа? Дальше у нас идет, смотрите, какой большая карусель. То есть здесь можно это колесо обозрения, так называемое. Там он девочка катается даже. Вероника. Вероника вот это? Да. О, Вероника там катается. Кого зовут Вероника, пишите в комментариях. С вас лайк. Все. Дальше у нас что, Милан? Поезд. Это... А, поезд еще тут есть. Да, в этом наборе еще шел такой поезд. Смотрите, там папа за рулем. И мальчик, его сын, снимает сзади на фотоаппарат. Все, что происходит, да? Вон. Стой! Дайте снять вас! О, тормози! Видите, поезд, и там мальчик. О, да, смотрите. Чиз! Сыр! Сыр! А он мальчик с фотоаппаратом. Всех снимает. О, чик-чик-чик! Так, погнали дальше. Дальше у нас кафе. Давай покажем всем кафе. Дальше у нас идет вот такое кафе. Смотрите, там можно купить мороженое. Еще... Можно помыть руки. Еще сходить. Можно коктейль. А, еще можно коктейль купить. Где коктейль? Вот он. А, коктейль дальше. Это у нас идет, смотрите, Ростомер. Потому что следующее у нас идет аттракцион для взрослых детей. Поэтому нужно сначала измерить свой рост с жирафиком. Тут рядом кафе со стульчиками можно покушать. Там, видите, лимонад за углом спрятался. И это у нас туалет. Милан, открой туалет, покажи, что там в туалете есть. Открываем туалет. И там есть унитаз. И причем даже можно стульчак откинуть. Подними, Милан, стульчак, как надо, вверх, в туалете. Да, опа, да, но не, а, не, держится, красота какая. В общем, тут даже есть такой туалет классный. И горки, Милан, давай, показывай, как с горки качается малыш. Малыш, а, он держится, вау, а мама, давай, мама с фотоаппаратом, пускай тоже прокатится. Давай, погнала, мама. Давай! Вау! И следующий набор у нас маленький, но очень дорогой. Это парк юрского периода лицензионный. Намело, покажи динозавров, пускай они выйдут из парка. С ними еще должен был кто-то идти, дядя какой-то, да? Вот, у котой. А, вот этот дядя? Это не дядя, это мальчик. А, мальчик там должен быть, на парке юрского периода? Да. А, да, вот здесь он должен быть. И покажи, Милан, динозавров, как они выглядят. О! Смотрите, какие красивые динозаврики. Вообще офигенские. Мой любимый динозавр слева, который. Какой? Вот этот слева, он голубой. А-а-а. По-моему, даже мультик был про такого динозавра. Еще вот этот мультик. А, и про такого мультик тоже был, про вот этого. Вот этот милый, тоже хорошенький. Хорошенький? Да. Да. Так что вот, у нас пока Лего Дупло. Пишите в комментариях, какие у вас есть наборы. У нас получается вот парк юрского периода маленький набор. Большой набор аттракционы. Сейчас вам покажу весь. Так, ну вот, вот так он выглядит, аттракционы. И сейчас я вам покажу коробку. О, вот так в коробке он выглядит. Самый большой набор, который у нас есть. И теперь у нас еще есть набор ферма. О, вот он этот набор. И вот коробка от него. Еще будет вот этот домик. Еще домик хотим купить? Нет. Нет? А какой домик? Эй, они будут жить в деревне. А, в деревне будут жить? А, точно, теперь можно всех на ночь положить спать в деревенский домик. Всех наших кукол. Да. Это круто. Там просто один есть кроватка, один. О, и мы можем динозавров, Милан, чё? Взять динозавров всех и положить их в фермерский домик, чтобы они жили с коровками там внутри. Нет. Нет? Нет, они опасные. Опасные динозавры? Да. Нет. Я думаю, у нас динозавры хорошие. А мы, наверное, будем с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите, какие наборы Лего еще протестировать. Ну, вообще, что ферма. Снять. Да, ферма. И обязательно подпишитесь на канал, это очень важно для нас.
Также нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы собрать полную коллекцию драконов из Магнита. Два буклета я уже заполнил, сейчас заполняю третий, и у нас будет вся коллекция. То есть их всего 8, вот 5 у нас есть. Один. А это наша полочка с котятами Lost Kitties. А это кукла, которую Милана себе на Новый... Ну, как Дед Мороз принес Милане на Новый год, да? А это Миланина книжная полка. А это русалочка, которая следит за Миланой. А это дядя русалочки, то есть папа, который помогает русалочке следить за Миланой. А это наша стена мягких игрушечек. Классная. И посмотрите два видео, которые вы сейчас видите на своих экранах. Всем пока! И-а! Пока! Пока! Милан, пока!